Музыкант из Барнаула стал участником телевизионного вокального шоу, которое стартовало на одном из федеральных каналов. Выступление Николая Шорина, сценическое имя Клей, понравилось продюсерам проекта, известным артистам Басти и Тимати. На кастинге наш артист исполнил песню, которую посвятил всем мамам. Мама, я где-то... Николай родился в Барнауле, а в 18 лет отправился покорять музыкальный Олимп. Сейчас он живет в Петербурге, сам пишет тексты и музыку. К сожалению, связаться с участником даже по телефону не получилось. По условиям проекта Клей не должен давать интервью. Кстати, сценическое имя, по словам исполнителя, это всего лишь надпись на его любимой футболке. Также известно, что Николай Шорин уже пытался попасть на этот проект в первом сезоне. Но тогда удача была не на его стороне. На этот раз авторская композиция, посвященная мамам, понравилась жюри. Работать с артистами в качестве продюсеров будет Баста и Тимати.